أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى وسلم على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته уважаемые братья, благословенный джамаат, пусть Аллах Тааля примет ваши зияраты и пусть каждый шаг приблизит вас к довольству Всевышнего Аллаха Тааля. На самом деле, в хадисе сказано, «Инда дикри салихин танзили рахмату», когда мы вспоминаем про благочестивых, праведных людях, Аллаху Тааля ниспосылает на нас Его милости. А что будет, когда мы находимся рядом с их зияратами, в местах, где похоронены их благородные тела и находятся их души? На самом деле, там еще больше будет милость Аллаху Тааля, и пусть эта милость нас не покидает никогда. В первую очередь, для того, чтобы чем-то заниматься, прежде чем чем-то заниматься, человек обычно взвешивает пользу от этого деяния или какого-то бизнеса, да? Что он ожидает от этого бизнеса, какие есть от него выгоды и какой от него вред. Обычно люди так делают. Прежде чем что-либо делать, они взвешивают его положительные стороны и отрицательные стороны. И если положительные стороны взвешивают, ну, перевешивают больше, чем плохие, он это делает. То же самое бизнес, когда человек хочет заниматься бизнесом, он смотрит, какая прибыль ожидает от этого бизнеса, может ли он его потянуть. И только после этого он занимается этим, и тогда у него бизнес получается хороший, имеется в виду прибыльный. То же самое наши дела ахирата. Вот у нас самых первых дней ислама Аллаху Тааля посредством пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, обучил нас, что религия ислама состоит из трех его основ. Это вера в Аллаха, иман, это наши виды поклонения, это ислам и искренность богослужения, это ихсан. И этот ихсан из самых первых веков, вторых веков начали называть тасавуфом. И когда человек слышит, что есть путь тасавуфа, есть люди, которые шейхи этому обучают, прежде чем пойти в этот путь, прийти к этому шейху, он должен взвешивать, какие от него пользы и какая от него плохая сторона. Да? Человек просто без разумия же не делает вещи. И для того, чтобы мы поняли, что человек приобретает, который поступает на путь ариката, мы должны изучить, что из себя представляет этот арикат. Некоторые, к сожалению, приписывают к арикату вещи, которые арикат от него чист. Как говорится, «Бараат азиби миндами ибн Якуба алейхиссалям». Когда Якуб алейхиссалям, сын Юсуф, его братья его бросили колодец и привели этого волка, ну, одежду с кровью, вроде бы Юсуфа, да? И вот говорят так, как качество примера приводит это, как этот волк чист от крови и сына Якуба алейхиссалям, вот так чист арикат от тех вещей, о которых говорят про него противник ариката. Я это почему говорю? Потому что я с момента совершеннолетия, еще я не был совершеннолетним, когда мой отец начал, когда ему было поручено его сазам обучать людей арикату, и я вот находился у него дома, точнее этих долгих этих лет, 25 лет, и я ни разу не видел, чтобы он какому-либо муриду говорил, чтобы ему руки целовали. Я никогда не видел, чтобы они ему поклоняли. Я никогда не видел, чтобы он говорил, что он знает тайную. Такого никогда не было. Он никогда не говорил, что он вас за руку возьмет и приведет в рай. Никогда такого не было. А противники тариката такие вещи говорят. Вот лучше слушать каких-то разговоров или же живых свидетелей. Вот среди вас тоже очень много муридов, наверное. Я вас всех не знаю, наверное, вы ходили к моему отцу. И если есть один хоть один человек, который может свидетельствовать, что Саид Афанди или же Кадуши, которые сейчас наши муршиды, кто-либо ему сказал, чтобы ему руку целовали, или чтобы ему вставали, или что он его за руку возьмет, в рай приведет.
Если или что, надо его там омовение воду для этого выпить. Если вот один человек есть такой, пускай выходит и говорит. Нету такого, не бывает. Потому что тасов не такая вещь. Про него так говорят те, кто хотят его очернить. Но мы же с вами живые свидетели. Мы же вот слушают какие-то разговоры или то, что мы на себе испытали. Это один момент. То, что приписывают тасову, это броню. Вот Рабит, например. Вот кто-либо из вас может говорить, что Саид Афанди сказал вам, или наши здравствующие мужчины, пусть Аллах продлевает их жизни, сказал вам, чтобы ставили перед собой фотографию и на нем Рабита делали. Было такое? Хоть один человек есть, который может это утверждать? Значит, вранье. Это не говорят. Устазы не такие люди. Я в течение 25 лет это видел, к чему обучают асуфы, мурчиды. Они обучают, чтобы они сделали покаяние. Астагфируллаху ля иляха илляху валь хайл кайюм ва атубу илейхи. Покаяние, которым обучал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Я слышал, как отец обучал читать салат на пророка, саллиллаху алейхи вассалям, следуя повелению Кур'ана, саллиллаху алейхи вассаляму таслима. Я слышал, как отец, когда салаву сирову обучал людей, говорит «Ля иляха илляллах». Это слова, которые переводят человека в ислам. Если его ставить на одну сторону весов, а грехи, которые подобны горам Ухуда, большие горы, на другую сторону весов, «Ла иляха илляллах» будет тяжелее. Я видел, что он этим обучал своих мурдов. Вот вы свидетели, вас кроме этого другому обучали. Перейдем на Нахшбандийский тарикат. Там чему вас обучали? Чтобы вы следили за сердцем, чтобы в сердце не были какие-то ненужные, низменные какие-то мысли, какие-то образы, чтобы мы думали об Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы мы представляли себя рядом с пророком, саллиллаху алейхи ва саллям, чтобы грехи не совершали. Этому же вас обучали наши муршиды. Я не видел другого, вот этого тариката я знаю. А что говорят противники тариката, я этого тариката не знаю. Такого тариката нету, который мы не знаем. Это одно. Второе. Вот человек, который еще нет тариката, и он хочет, ну, думает, прийти или не прийти, ему надо взвешивать, какие пользы от тариката он получит. Без каких-то анализов человек просто так не сделает. Поэтому знай, мой брат, что тарикат тебя не обучит, кроме поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. В тарикате тебя обучат, чтобы ты искренне служил Аллаху Тааля. Чтобы ты покаялся в грехах, мой брат. Потому что безгрешные люди, только амбияи, пророки, алейхиму салату вассалям, а мы все грешные. На каждом шагу у нас грех. Каждое слово у нас можно как за грех считать, если не считая зикру. Вот представьте, мы трое сидим в одном аджилисе. Мы о чем говорим обычно? О четвертом плохом свете, о его недостатках. Разве не так? Вот... Трое конкретно одного нашего брата, своего брата, мясо покушали, кровь выпили, и один из них выходит. Он не успевает закрывать эту дверь, уже двое его начинают кушать. Разве не так? Ну, кто-то может сказать, не так. Но на самом деле такие тоже могут быть люди. Аллах Таала же все разом создал. Я имею в виду, у нас очень много грехов, поэтому мы нуждаемся, чтобы мы покаялись. Что мы делали таубу, а тасавуф нас этому учит. Устаз, первый ступень, который мы начинаем свой путь тасавуфа, это таубу, истигфар, покаяние. Поэтому мой брат, который сомневается, который хочет знать, что ему ожидает арикаты, он знает, первое, что ему учат, это таубу, покаяние. Второе, это салат на пророка, саллиллаху алейхи вассалям, который Аллаху Таала сказал, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم Это прямое повеление Аллаху Тааля, чтобы мы читали салават на пророка саллиллаху алейхи ва саллям. Тариқат этому учит. Третье, ля иляха илля Аллах. Это слова, которые человек муслимом делает. И если человек с этими словами умрет, он в рай попадет. А если он с другим умрет, он может в куфру попасть. Умирать не знаем. Этому тариқат тебе учит, дорогой мурват. Далее, вы скажете, а почему разве нельзя без тариқата это делать? Конечно же можно, почему нельзя? Этому же нас пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, научил. Можно? Конечно можно, но тем не менее, мы,
Когда чем-либо занимаемся, когда мы бетон заливаем, часто уже это насосы заливают бетон. Вот взрослые знают. Раньше, чтобы бетон заливать, что делали? Собирали помощников. Один человек бетон не зальет, правильно? Помощники нужны. То же самое в этой пути, пути к Аллаху Тааля нужны помощники. А устаз – это человек, который нам помогает. Вот когда он, когда мурид приходит к устазу с искренним намерением, зная, что он муршид, который для него является наставником, вот этот мурид, то, что ему получил устаз, делает. А если сам делает, сегодня тысяча раз ла илля илля скажет, а завтра ни разу не скажет. Перепады бывают. А пророк, алейхиссалату вассалям, говорил, Аллаху Тааля больше всего любит постоянное деяние, которое каждый день делается, даже если оно мало. Ахабуль амали илля Аллахи Тааля адвамуха ва инкалля. Самые любимые для Аллаху Тааля деяния раба, которые постоянно делаются, даже если их мало. Тасавуф нас учит, и с помощью Аллаху Тааля, из-за бараката этого устаза, мы это делаем, не пропуская. Вот среди вас очень много муридов. Вы это на себе не почувствовали? Я могу сказать, да, я почувствовал. До того, как прийти к устазу, человек может делать тысячу раз ла илля илля Аллах за день, но завтра он может даже 10 раз не говорить. А в тариката, начиная по 100 раз минимальный, он будет по 300 каждый день, утром и вечером, по 500, по 700 и так далее. То есть тарикат помогает нам исполнять те вещи, которые нам предписал Аллаху Тааля, постоянно. Вот это помогает этому тарикат. Вторая польза. И третья польза. Вот когда пророк, саллиллаху алейхи салям, принимал ислам своих сподвижников, он что делал? Он их приглашал к себе. То есть они встречались лицом к лицу. Чтобы называться сподвижником, во время пророка, саллиллаху алейхи салям, было много мусульман. В многих уголках Аравийского полуострова. Они же все сподвижниками не стали. Мусульмане, да, но не сподвижники. Почему? Потому что они с пророком не встречались лицом к лицу. Узнали, что пророк есть, уверовали, стали мусульманами, но живую встречу с пророком у них не состоялась. Поэтому они сподвижниками не стали. Мусульманами стали, сподвижниками не стали. Особая благодать встречи с пророком у них не было. А тасавуф – это цепочка людей, которые вот эта встреча передают один другому от пророка, саллаллаху алейхи салям. Например, Абубакр радийаллаху анху и Али асхаб, они пророка видели. Вот так его видели, его ученики вот так передавая друг другу. То же самое сподвижник. После сподвижников пришли мусульмане, и с этим сподвижником, которые встречались, их назвали табиинами. Очень много было мусульман, которые с ними не встречались, но их табиинами не называют. Встреча должна быть. Поэтому вот наставник – это человек, который имеет встречу с пророком, саллиллаху алейхи салям, посредством этого силсиля. Я имею в виду его учитель с его учителем, его учитель с его учителем, и последний, кто силсиля, встречается с пророком, саллиллаху алейхи салям. Вот это благодать идет. Как по трубам вода идет, как по проводам электричество идет, вот эта встреча с пророком, саллиллаху алейхи салям, передается посредством этого силсиля. Третья польза. Больше не будем я об этом долго говорить. На одной стороне мы поставили вот эти три немаловажные, очень важные плюсы и пользы тариката. А на другой стороне посмотрим, какие минусы, какой от него вред. Если бы устар говорил бы, чтобы ему целовали руки, как их обвиняют в аббисе, да? Или же если он говорил бы, чтобы перед ними, да, поклонялись и его Бог Богом считали, да? Это, конечно, было бы минусом и не было бы позволительным, это было бы плохо. Но такого нету. Просто надо искать какой-то минус. Минус не находим, только плюсы. Поэтому человек, который хочет побольше постараться в богослужении, ему тариқат помогает. Хотя он может и сам пойти, никаких проблем. Но здесь у него больше получается, у него облегчается эта дорога. Поэтому, когда вы слышите, что тариқат, я обращаюсь к тем, которые не тасавуф, если такие здесь есть, наверное, есть. Если вы услышите, что тариката такие-то вещи, о которых мы перечислили, этого здесь нету. Вам подтвердит любой мурид, который встречался с Саидом Афанди, с нашими другими наставниками. Они все подтвердят. Их обучили лишь покаянию, обучили лишь салавату. Ла илляха илляллах. Утром и вечером будет делать. В сердце, хиялы, пикру, вот эти наши мысли были об Аллаху Тааля. Вот это мы их обучали. Если это плохо, ну тогда ищи себе хорошее место в другом месте, да?
Пусть Аллах Тааля нас делает из числа людей, которые видят истинные пользы. Не предполагаемые, а реальные пользы, где видим, туда идем. Где реальные минусы и негатив, оттуда уходим. Пусть Аллах Тааля делает нас из числа тех людей, которые под знаменем пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, соберутся в судный день у его хавза Кавсара. Пусть Аллах Тааля возвышает уровень наших имамов, которые нас вот так собирают, которые нас в такие хорошие места переводят. Пусть Аллах Тааля продлевает жизнь нашим муршидам, нашим муфти Ахмаду Афанди, который всеми этими имамами, как им дорогу указывает, это все организует. Пусть Аллах Тааля делает нас числа из истинных верующих, которые стремятся лишь к довольству Субханаху ва Тааля. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.